заработать лишние баллы к ЕГЭ могут выпускники Хакасии. Такую возможность им предоставляет главный вуз республики. ХГУ проводит дни открытых дверей. Студенты и преподаватели работают с утра до вечера. Старшеклассники присматриваются к своему будущему вузу. И это знакомство постарались сделать как можно более увлекательным. Доцент строительного факультета Олег Хигай показывал, как выглядит изнутри деревянная церковь 17 века, построенная без единого гвоздя. Студенты-химики провели для школьников мастер-класс с непривычными для школы опытами. Но главное, что привлекает выпускников школ, это олимпиады по нескольким предметам. На них можно не только проверить свои знания, но и заработать лишние баллы к ЕГЭ. В будущем планирую все-таки сдавать биологию, может быть, поступать сюда. Все-таки в это ХГУ, в это учреждение на учителя биологии, можно сказать. И мне вот необходимо как минимум получить хорошие баллы, чтобы поступить сюда.